1700 лет, как армяне приняли христианство. Это не наш праздник, это общий праздник, потому что это праздник общей веры. Армяне, приезжая на Урал, сразу замечают высокие уральские горы, которые такие же красивые, как у нас в Армении. Приезжая в Сибирь, армяне замечают Байкал, который такой же красивый, как Сиван. Приезжая в Сочи, армяне сразу же замечают армян, которые такие же красивые, как у нас в Ереване. В этот светлый день веры, мы верим, что, приехав к нам в Армению когда-нибудь, вы тоже увидите там кусочек своей родины.